пришли в ресторан рыбный, как и говорила, покажу его теперь вечером. Нас тут встречают. А тут индейки даже не пахнут, я не знаю, где они. Сидеть будем? Ну да, на улице, конечно. Так. Здравствуйте. 5858. Ваш лавик. Да. Хамасташ. Плиз. Сейчас нам покажут, где наш столик. И мы присядем. Спасибо. Нас посадили за столик на двоих. Тут такая вот лампа со свечой. Приборы. И ждем. А вот и Аллочка, наш блогер. Вот сегодня будет делать репортаж с фиш-ресторана, рыбного ресторана. Да. Вот, посмотрим, как приготовят рыбу, какую рыбу и что к рыбе. Я думаю, что будет интересно. Ну, а дальше посмотрим. Вкусно или невкусно, мы скажем, потому что если нам не понравилось в итальянском, мы сказали честно. Если понравилось в Мексике, мы сказали честно. Здесь просто... Ваше мнение мы, может быть, узнаем, когда вы приедете в этот отель, посетите этот ресторан и скажете, что мы были неправы, что рыба здесь вкусная. Но, честно вам скажу, кроме тилапии мы пока еще рыбы не видели. Нет, был один раз рыба, но они не пишут, какое название в отелях вообще. Один раз определили, что это была скумбрия. И был тунец. Но тунец мы не кушали, мы как раз были в итальянском ресторане. Хорошо. Ну как, сначала принесли салат оливье, а хлеба нет. Вот такой салат. А мы не поняли, в чем дело. Оказывается, за хлебом и супчиком нужно идти самому. И вот мы взяли супчик, супчик с крабами. Сейчас будем пробовать. У тебя тоже там есть. Ну, я хочу твои крабы снять сначала. Ну, пожалуйста. Сначала твои, а потом каждый свои. Хорошо. Ну, у меня два краба, между прочим, попалось. Вот хорошо, второй. Приятного аппетита. Да. У меня вот мой супчик. Вот такой. Ой, это я увеличила сильно. Что я могу сказать? Значит, салат оливье. Ну, как всегда, забыли положить курицу вареную. Ну, ничего. Получился ну, такой вот овощной с легким майонезом салатик. А вот супчик, супчик с крабов, мидий и какие-то ракушки. Очень даже неплохой. Поэтому не знаю, что принесут еще на блюдо, какую рыбу. На 40% ресторан можно посещать. Супчик удался. Да. То есть даже решили так, если не наедимся, возьмем супчика еще. Супчик можно брать. Ну и маленькая-маленькая такая вот зацепочка. Рядом столик, сидят немцы, за супом и булочками нужно идти самим все это набирать. Как и было в ресторане. Мексикана? Нет, мексикана нет. А нет, да. Во всех а-ля-картах супчики нужно идти и булочки брать самому. Но вот немцам почему-то принесли официанты. Ну, очевидно, вот они все-таки, вот у них вот это унижение перед америкосами, перед немцами, перед итальянцами. Ну, это, ну, будем говорить так, немножко вот, ну, попахивает. Ну, это, как говорится, только в этих вот четверочках есть такое, присутствует. В пятерках я такого не замечал. Поэтому, ну, можно на это как бы не обращать внимания, если бы этот столик стоял, ну, метрах 10-15 от нас. А так, ну, все-таки вот как-то, ну, неприятно.
вам принесли такое блюдо. Рыба, картошка, кальмары, соус. Это нам принесли какой-то рис, да, или что это? Наверное, рис. Вот, и у Славика тоже такая же. Хотя мы все разное заказывали, принесли нам в этот раз одинаковое. Ну, мы уже не помним, что мы заказывали. Сейчас будем пробовать и расскажем. Можно много не говорить, а только посмотреть на Славика тарелку, и все понятно, что было вкусно. Я не права? Да. Ну, мы заказали филе, а некоторые заказали скумбрию. Но мы решили, что филе лучше. Действительно, филе было очень вкусно. Сейчас нам должны принести десерт. Маленький недостаток. Все это блюдо пахнет трохом. Ну, что есть, то есть. Вот нам десерт принесли. Это фруктовый салат. Но почему-то разный. Что? Разный. Тебе пирожное. А в прошлый раз наоборот. Это как в мексиканском ресторане. А здесь вот... Как, делить пополам или как? Я тебе дам. Не надо. Ну, сейчас будем пробовать. Десерт не удался, очень твердый. Топориком, топорик ну, надо. Славик пытается кушать, я не смогла. Топорик, топорик. Принесли как топорик. Принесли топорик, топориком разрубили. В общем-то, что-то лимонное. Я хочу сказать, что на первом месте пока у нас мексикана, на втором рыбный и на третьем у нас итальянский. Но у нас еще будет завтра гриль, и тогда мы скажем свое мнение о гриле. Он, Слава, прямо еле его разрубил, этот десерт. Ну, это, в принципе, неплохо. Но суп был здесь... Суп на первом значит, месте на первом месте суп и потом филе рыбное. Рыбное филе, да, потому что скумбрия не очень. Значит, рыбу целиком не заказывать. Рядом сидели, пробовали, сказали какие-то непонятные специи, которые, ну, причем не один не столик. Не наш вкус, да? Не один столик это сказал, что вот специи не наши. Не нашего вкуса, даже люди были в Греции, говорят, таких специй не было. То есть что-то египетское, специфическое, и лучше всего это филе. Приятного аппетита! Ну, в общем-то, такой небольшой... Можно завидовать белой завистью. Небольшой обзорчик мы сделали. На этом будем заканчивать наш влог о рыбном ресторане. До новых встреч!